Комитет по проведению конкурса грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второй в этом году кампании. Среди победителей свыше 2000 некоммерческих неправительственных организаций из всех регионов страны. Объем грантового фонда около 5 миллиардов рублей. В числе победителей 10 проектов из Чувашии. Поддержана социальная программа в области просвещения, соцподдержки и защиты граждан, сохранение исторической памяти и охрана здоровья. Они в общей сложности получат более 11,5 миллионов рублей. Напомним, во время первой грантовой кампании из Чувашии было отобрано тоже 10 заявок. Объем грантовой поддержки – 8,5 миллионов рублей.